Овен сегодня проснется в хорошем настроении. Если есть важные дела, лучше их сделать в первой половине дня. Затем, возможно, недопонимание в общении. Энергии во второй половине дня прибавится, а вот так-то уменьшится. Тельцу лучше отложить обсуждение финансовых сделок. Вы с коллегами можете по-разному смотреть на ситуацию, что приведет к денежным потерям. Повременить нужно и с покупками. Близнецов за спиной будут обсуждать коллеги. Возможно, это из-за того, что вы слишком много болтаете, и это не дает вам сосредоточиться на работе. Лучше отказаться от принятия серьезных решений. Энергии у рака хоть отбавляй, но не стоит тратить ее на разговоры, потому что общение сегодня особо ничего хорошего не принесет. Благоприятен день для обучения, получения впечатлений. Льву стоит отложить планирование сделок, операций с деньгами, иначе вы рискуете их потерять. Не берите кредит, не занимайте у близких и друзей. Благоприятный день для физического труда и спорта. Партнеры и коллеги могут вести нечестную игру с девами, что-то недоговаривать, поэтому принятие важных решений отложите на более благоприятное время. Удачной будет встреча с друзьями. Весам не следует ничего планировать, особенно поездки на дальние расстояния. Новая информация будет усваиваться с трудом, поэтому лучше занимайтесь обычными повседневными делами. Если скорпионы занимаются бизнесом, решать вопросы с налоговой сегодня не стоит. Также отложите посещение банка, взятие кредита. Любые договоренности по этому поводу могут нарушиться. Стрельцам нельзя начинать разговор с близкими о том, что может оставить неприятный осадок. Вечером лучше устроить романтик. Возможно, вы получите от избранника дорогой подарок или просто деньги. Обсуждение повседневных дел не вызовет у Козерога энтузиазма. Это будет касаться и работы, и личной жизни. Поездки будут бесполезными, деньги потрачены зря, поэтому покупки отложите. Деньги, потраченные на удовольствие, покажутся Водолею просто выброшенными на ветер. Вы не получите удовлетворения ни от встречи, ни от общения со знакомыми. Зато повседневные дела будете выполнять с легкостью. Рыбы сегодня капризны и не могут вести плодотворный разговор с близкими. Непонимание не стоит доводить до точки кипения. Лучше занимайтесь чем-то приятным для вас. Если у вас творческая работа, окунитесь в нее с головой.